1 июля. Что это за дата, известно не всем, но именно в этот день участники вооруженных конфликтов отмечают свой День Победы. Пока еще не официально, но это День ветеранов боевых действий. В Омске уже 6-й год подряд он ознаменован фестивалем военно-патриотической песни «Автомат и гитара». Этот фестиваль появился благодаря Наталье Плотниковой, которая постаралась создать возможность для авторов-исполнителей военно-патриотической песни собираться вместе и делиться своим творчеством с окружающими. И стоит отметить, что инициатива была активно поддержана. Для авторов-исполнителей это прежде всего творческое общение. Людям творческим это очень нужно. Ребята безумно рады, что у них есть возможность выступить не только перед публикой в своем городе, но и в таком огромном городе, как Омск. Это почетно, это здорово. Ну а что касается самого фестиваля, то, конечно, он приурочен ко Дню ветеранов боевых действий, поэтому прежде всего мы нацелены на то, чтобы рассказать людям, нашим омичам, о том, что рядом с ними живут ветераны, о том, что им пришлось пройти и как они живут сегодня. Главной площадкой праздника, приуроченного ко Дню ветеранов боевых действий, стал парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. После церемонии возложения цветов на аллее памяти все внимание посетителей было приковано к сцене, где артисты исполняли авторские песни. Наш город представляли лауреаты различных фестивалей и конкурсов группа «Рубеж-55». Приехали в Омске творческие ветераны боевых действий из других городов. Лидер группы «Бачи» Сергей Пантелеев из Барнаула, Евгений Бутнов из Екатеринбурга и другие солисты. У нас прямо в этот день в Екатеринбурге проходит областной фестиваль патриотической песни «Звезда Победы». Но вот получилось так, что часть сил мы оставили там, часть привезли сюда, потому что этот фестиваль родной, мы являемся его соорганизаторами и не можем не поддержать своих друзей в такой день важный. В рамках фестиваля ветераны встречаются друг с другом, общаются, это очень здорово. Буквально все воины объединяются в этот день. Потом, понимаете, песня – это же памятник солдатской душе. Сегодня мы вспоминаем ребят, которые погибли. Песня – это лучший двигатель патриотического воспитания. Молодежь легче понимает гораздо песню, чем долгие разговоры о любви к родине. Поэтому это очень здорово. Ну и для города это большой праздник получается, в общем-то. Поэтому, когда поют солдаты, спокойно дети спят, как говорится. Поэтому пусть лучше солдаты поют, а не стреляют. Да я так думаю, что мероприятия такие, такого, ну вот, ранга надо проводить не только сегодня, на День ветеранов боевых действий. Да? Вот эти концерты показали, что ребятам очень интересно, и живые темы, то есть для них это, ну, некоторые слова в песнях неизвестные, да, вот подходят после концертов. То есть, если честно, вот заучи по учебно-воспитательной работе потом подходят, говорят, вообще интересно, что вообще почти что никто не уходит с концертов. Поэтому, ну, такой вывод, что ребятишкам интересно. Организаторы и гости отметили, что данный фестиваль не только отличная возможность встретиться с боевыми товарищами, но и хороший способ донести до людей информацию о воинах, тех героях, которые отдали свою честь за отчизну. Тем более, что сделать это через творчество намного проще и эффективнее. Мы пришли, потому что мы очень как бы любим родину, мы часто приходим на такие мероприятия. Тут также выступают наши знакомые, ну, мы стоим в этом сайте «Автомат гитара». Мне кажется, такие мероприятия очень сближают людей. Через 4 года фестиваль отметит юбилей, и в планах организаторов собрать на одной сцене участников не только из России, но и из других республик.